Почему фридайверам нельзя вдохнуть из баллона дайвера? Нет, ну, вдохнуть можно, но есть определенные технические особенности. Если вы когда-то занимались дайвингом, то вы точно знаете, что при подъеме наверх вы должны сделать выдох, чтобы ваши легкие, наполненные воздухом из-за того, что давление падает, не расширились и не порвались, потому что вы из-за того, что в легких нет нервных окончаний, можете не почувствовать того, что давление в легких падает и воздух увеличивается в объеме, поэтому нужно выдыхать постоянно. Фридайвер себе такого удовольствия позволить не может. Он не может взять и выдохнуть или выдыхать весь путь наверх, тем самым компенсируя давление. Поэтому фридайвер делает вдох, с одним объемом воздуха опускается вниз, там этот объем сжимается, и потом разворачивается, и этот объем потихоньку увеличивается. Тем самым мы так себя страхуем от травмы легких, а если, например, внизу вдохнуть, сделать полный вдох, то нужно будет выдыхать. А это, ну, не совсем в привычках фридайверов, а если вы еще и задерживали дыхание, то такой выдох может быть чреват потерей сознания.